На территории области в настоящем году увеличилось количество выявленных преступлений э, дача взятки и выявленных преступлений э, получения взятки. Э, при этом, почему я начала именно с дачи взятки, именно в этой ситуации дача взятки у нас значительно увеличилась. Да, не будем забывать, что дача и получение взятки – это такой незаконный двухсторонний договор.